Вам тоже. У всех из зала. Ага, понял. Как у вас дела? Расскажите. Нет, хорошо. Все. Нормально. Следователь к вам ходит? Какие-то следственные действия уже проходили? Нет. То есть забыли про вас? Ну, как бы... В общем-то, сейчас многие говорят о мире. Мир, так сказать. Ну, в том числе руководство России, не хочет, наверное, мира. Я думаю, что если меня побили много людей, потом их нет, сажать или там, осуждать, это шаг в противоположном направлении. То есть это шаг для гибельного количества капитала. Результативной части постановления 5 июня 2024 года Российской Федерации постановила удовлетворить ходатайство стороны защиты от изменения мер пресечения на иную или мягкую, не связанную с содержанием под стражей, отказать право срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Мищенко Евгения Олеговича 8 июля 1974 года рождения, уроженца города Москвы, гражданина Российской Федерации, на 2 месяца 0 суток, а всего до 10 месяцев 27 суток, то есть до 8 августа 2024 года. Обвиняемый порядок обжалования понятен. Также разъясняю право на ознакомление с протоколом судебного заседания, подачу на него замечаний. Судебное заседание объявляется закрытым. До свидания. Вы довольны бабушкинским судом? Очень. По поводу закрытия заседания по Мищенко кто-то выскажется? Да, выскажу. Смелый. Вошел пристав, сказал, что потребовал всем покинуть зал. При этом судья в зал не входил, заседание не закрывал. И слова о том, что заседание объявлено закрытым, никто не произнес. То есть фактически пристав закрыл судебное заседание, правильно? Ну, заседание как бы открытое, но слушателей и прессе на нем присутствовать нельзя. Вот так. Фактически закрыто. И как вы к этому относитесь? Что будете делать? Ну, что я могу делать? Констатировать факт. Вы очень возмущены, правильно? Все.